Нет, мне не нравится вмешательство государства в процесс преподавания. Я бы сказала так, мне не нравится вообще тот факт, что в нашей стране все считают, что могут высказываться об истории. Об истории вообще и о преподавании истории. Вот если мы попробуем вспомнить, кто когда-нибудь высказывался о преподавании математики в школе, то таких людей, ну, наверное, кто-то когда-то, но их вообще очень мало. Ну, за исключением тех, кто действительно этим занимается. А о преподавании истории... Все главы правительства, все начальники на всех уровнях, все родители, всем есть что сказать, что, конечно, неправильно.